Елене Ефимовой, по ее собственным рассказам, всегда нравились всевозможные камушки, бусинки, бисер. Поначалу она их просто собирала, но потом приноровилась и стала уже создавать себе и своим сестрам аксессуары. Кольца, браслеты, бусы. С годами изделия становились все более искусными и сложными в изготовлении. Но нет предела совершенству, и Елена Ефимова решила привнести творчество и в работу, привлекая к этому и своих коллег. На протяжении многих лет она заведует детским садом «Сардана» в городе Покровске, который может считаться одним из самых креативных дошкольных учреждений республики. Мое увлечение, мое хобби мне помогает в работе. Ведь воспитатель – это профессия творческая. Я горжусь, что у меня работают талантливые педагоги. Мы стараемся вот оформлять коридоры, фойе своими работами, работами своих детей, работников, привлекаем родителей. У нас часто бывают очень интересные выставки. Рукодельничеством Елена Ефимова занимается вот уже 30 лет, но это, скорее всего, ее зимний вид хобби, когда долгими морозными вечерами есть время не спеша создавать на ткани замысловатые узоры бисером. Летом она занимается огородом и цветами на даче, осенью – консервацией и засолкой. Настоящим признанием ее таланта можно считать момент, когда по мессенджеру WhatsApp Елене Ефимовой пришло фото, на котором элегантно одетая женщина в темных очках заинтересованно рассматривает сшитую ею сумочку. Я вначале подумала, конечно, что это шутка, но потом стали грузиться фотографии. Действительно, смотрю, мою вот эту вот сумочку держит Йоко Оно. Это, конечно, было удивление, потом, значит, конечно, радость. Ну, спасибо Керге, моей подруге Галине Николаевне, что она, значит, любит носить мои украшения и с собой всегда берет поездку моей сумки, с удовольствием носит. Ну, конечно, это очень приятно, очень приятно. Но я считаю, что мне повезло, наверное. Вот такие неожиданные случаи происходят в мире. Сумочка с якутским орнаментом была оценена такой культовой личностью 20 века, как Йоко Оно. И теперь остается только представить, что среди множества брендовых сумок в гардеробе вдовы Джона Леннона свое достойное место заняла и небольшая сумочка, изготовленная в далекой Якутии. Виолетта Засимова, Александр Юрков, НВК Саха, Хангаласский Улус.